Здравствуйте, с вами Миша Лемах и обзор основных фьючерсных рынков Wall Street Online с компанией Wolfix. Итак, начнем мы по традиции с событий, которые были и которые предстоят на следующей неделе. Мы отметим важное. Итак, на этой неделе у нас было несколько отчетов по процентным ставкам и по всем банкам без изменений, кроме Центробанка Российской Федерации. Он поднял на 0,5%. Теперь 5,5% процентная ставка. Ну, собственно, по таким важным и на этой неделе это были ЕЦБ, процентная ставка осталась без изменений. В любом случае, последние несколько лет экономики и биржевую торговую элиту волнуют только процентные ставки. Все остальное, фундаментальные факторы, строительство, безработица уже абсолютно даже не воспринимается. Итак, на следующей неделе, в понедельник, на Востоке будут в Гонконге и Китае праздник драконьих лодок, а в Австралии день рождения королевы. Вот так вот, в общем-то. Поздравляем ребят с наступающим праздником. Значит, по гиперважным событиям сразу отмечу, это среда, 16 июня, ставьте отметку. Отчитывается ФРС по процентной ставке, это будет 21.00, напоминание смартфон. Там в довесок запас сырой нефти, экономические прогнозы. В четверг вишенка на тортик, Швейцария процентная ставка, это в 10.30, и в целом, ну там число первичных заявок на получение пособия по безработице 15.30, это 17 июня, ничем там не удивляет, и в Японию пятница 18 июня, доклад о денежно-кредитной политике Японии, вот, собственно, и все. Так что все процентную ставку без изменений оставили. Центробанк Российской Федерации повысил на 0,5%. Еще ждем в среду процентную ставку финишную, как бы, по ФРС. И как раз 16 июня, это по сути уже многие контракты квартальные перейдут на сентябрьские. И уже пора подводить итоги, уже пора перестраиваться с понедельника на сентябрьские контракты. S&P уже торгуются. Вот, если включить без склейки, уже на сентябрьском контракте ликвидности больше. Вот, соответственно, тут уже открытый интерес растет, и это по всем фьючам. Уже на следующей неделе будет в полном объеме торговаться контракт сентябрьский. Так что не забудьте перейти. Экспирация на следующей неделе. Начнем по традиции с нефтянки, а она нас достаточно удивила, стала такой дорогой, что аж 71,5 долларов стоит. По объемам идут, ну, не сверханомальные, обычные рабочие объемы в последний месяц торгуются. Хотя были побольше обороты, но ближе к лету нефтянка и газ не так сильно востребованы, уже отапливать домохозяйство как минимум не нужно. Ну и, соответственно, предприятия по отоплению очень много чего по спросу сразу уменьшает количество спроса. И вот три недели идем на таких холостых оборотах, но скрипя зубами, но все равно идем. То есть вот с 65 там до 71,5 мы прошли за практически 2,5 недели. Но многих, скорее всего, волнует, что делать дальше, будет идти рост дальше по нефтянке или нет. Ну, прогнозируется до 80 долларов по некоторым заявлениям, опять же, в скобках заявлениям, Goldman Sachs, разных непонятных, неизвестных аналитиков, вот их отделов. И я прочел эту статью, аргументы, какие у них были, ну вот, 80 долларов за баррель. 80 долларов за баррель, ну, давненько такого не было. Достаточно высоковатая цена. На это должны быть очень важные причины, фундаментальные, такой спрос. Но они найдут, естественно, создадут все что угодно. Военный конфликт, какие-то проблемы, там, ну, в общем, этот спрос хоть танкер поставят посреди Суэцкого канала. Итак, по событиям и новостям, которые ждут нас на следующей неделе, мы заканчиваем. Нефтянка у нас идет по июльскому контракту. Сейчас покажу. Уже идет на фиксацию вот эта вся неделя, которая была, то есть с июльского спрыгивают с позиции и у нас заходит больше на августе. То есть на августе, в принципе, вот вся неделя была на открытии сделок. Смотрим по оборотам. Там не так, конечно, крупно, но по дельте здесь не сильно выглядит динамика на рост.
из пяти сессий буквально одна была на покупку, это вот 8 число. Вот этот прострел за 69.70. Остальные все были вот на шорт, особенно 9 число. И штука, и ноль. Но сам факт в том, что снижается дельта на продажу. Снижение как раз говорит о том, что байеры там начинают проявлять интерес к котировочке. Ценник сейчас болтается 81. И посмотрим сейчас на июле. Там идет, получается, у нас вот этот рост. Все равно докупают. И вот плотность, которую нужно отслеживать в качестве поддержки, 70.3, 70.65. Потом идет 70 по 69.65. Вот этот диапазон поддержки. Сейчас я выделю прямоугольником. И вот так. Вот здесь вы видите плотность. Мы еще плюс эти уровень захватили. Вот эта плотность поддержка. И вот этот объемный дельта массив поддержка как минимум на следующую неделю. То есть вот если удержит этот уровень, соответственно, есть шансы, что мы еще пойдем на рост. Потом по, сейчас я стакан отключу, 71 сейчас уже отметочка. Мы на хай, ну, историческом, и на хай недели, и на хай контракта, мы на всех хаях. То есть для дальнейшего роста должна быть достаточно увесистая причина и хотя бы оборотов побольше. Но рост идет на таком очень тонком льду, и коррекция, ну, просто напрашивается. VWP у нас в районе 66-й, 3 шестерочки, в общем, я думаю, на следующей неделе уже будет. Поэтому такой четырехнедельный рост, ну, просто напрашивается коррекция, хотя бы двухдневная. Поэтому не спешите, до ФОМКи могут как раз по нефтянке на всякий случай откорректироваться. А если ФОМКа ничего не поменяется, ставят процентную ставку на том же уровне или еще и понизят, соответственно, вот еще один уровень поддержки вам добавят, 68.75 по 68.9, то вполне может на по этой причине еще немножко и продлиться рост. Ну, в общем, вот такие вот ситуация у нас по нефтянке, по дельте. Если срез недельный посмотреть, у нас по вот этому массиву, который сформировался в районе 70-х, как раз очень неплохо, как бы, есть плотность, а вот именно на покупку. Потому что на хаях есть все-таки байеры, понимаете. Ядро, получается, у нас формируется вокруг 70-70.5, и там у нас по дельте пока вот плотность такая 50-50 buyer seller. Но вот тот момент, что на хаях 4 дня или 3 там покупают, ну, есть, наверное, эта причина. Возможно, против всех. Все думают, что сейчас будут уже фиксироваться, они могут как раз наоборот идти на рост. Это у них очень любимое занятие. Итак, сентябрьский контракт уже включился автоматически на платформе Wolfix на евро, и мы сейчас по склейку добьем. Тут у нас получается по уровням за весь контракт. Контракт был достаточно интересным, и здесь нужно поменять вот этот цвет, мне он очень сразу не понравился. Так, на евро был интересный тренд с 31.01 фактически по конец весны с двумя небольшими коррекциями. Тенденция удерживалась, и вот сейчас начали достаточно грамотно и предсказуемо, что будут идти на фиксацию. Три двоечки, вот мы видим пласт фиксов вот с этого роста, как раз тут перенесли ядро, и это, в принципе, нормально. По оборотам тоже идут ровные, вот три дня вообще одинаковые, объем был торгов, буквально вот шпильку 159к, и еще 142 ушли ниже, то есть сейчас 12.12, и подошли они как раз уже к очень устоявшемуся уровню поддержки 20.85, 21.15. Этот диапазон у нас уже фигурировал неоднократно на обзорах, вы его уже знаете. Так, вот здесь у нас получается сформировали еще на той неделе, где-то, ну, в районе апреля, и тестили его один раз, и вот уже второй раз тест идут замерять. Если пробьют его, соответственно, будем корректироваться до VWP, это вполне ожидаемо, 205. Если же здесь все-таки остановится и начнут опять набирать площадку, хотя бы, ну, плюс-минус похожую на вот такие активности, это вот оно. Сейчас давайте покажу вам дельту. Дельта на покупку 4,5 тонны. Естественно, здесь дельта на шорт началась 24.05, это шорты. И сейчас выходит из шортов, естественно, покупки. То есть вот в пятницу я бы тоже вышел, если бы у меня была
там не висела позиция на продажу. Вот эти ребята, которые зашортили. Это диапазон, по сути, и берите как уровень сопротивления, если вы долгосрочно, среднесрочно будете работать. 217 тоже там кто-то очень жестко набросал шортов, особенно вот в эту неделю. И в целом, вот номер один уровень поддержки с прошлого контракта на текущий, можно перенести это в этот диапазон. VWP 204, и тоже там как раз подпитка идет, вот 202-203, там были небольшие байеры. Еще плюс лимитниками, там кто-то очень сильно 202 залил. Покажу сейчас лимитный уровень. Это прям очень хорошо видно. Так, вот эти лимитники. Так, а там уже на продажу, на хаях. Вот здесь еще был лимитник. Ну, в общем, не о них сейчас речь. По ядру недели, как вы видите, 217 по 219, это вот текущая неделя. И по дельте у нас идет как раз вот уровень сопротивления, вы сразу заметили, надеюсь. Вот. Очень много продаж, 3 недели, по сути, формировали уровень. А уровень поддержки как раз, ну, стоит отметить вот на той неделе и на этой 213-я. Вот у нас в этот диапазончик взять 215-221.13. Это было евро. Биткоин. Итак, биткоин упал. Биткоин выходит из позиций. Мне уже эти новости иногда даже очень мешают. Причем не знаешь даже, как от них избавиться. Если не по радио, то в каком-нибудь фильме или сериале обязательно про этот биткоин кто-то вспомнит. Итак, когда же его все-таки можно покупать и можно ли с помощью объемов это зафиксировать? Естественно, можно. У нас идет по открытому интересу. Вот сейчас параметр. Мы поставим склеечку на новом контракте сейчас. Вход позиции был через неделю. И вот мы вышли на рабочий сейчас режим около 6-5,5. По открытому интересу, и сейчас вот 6 100 5 6 6 5 800, то есть в принципе они вот позиции уже третью неделю набирают. Был небольшой реверсивный, очень похоже на снятие стопорей, маневр в районе 8 числа. И по дельте сейчас покажу. По дельте из 5 сессий 3 по 6 по 5 по 6 дельта на бай. То есть я давайте выделю вам прямоугольником, где какие дни были на покупку. Вот эти дни, это не прямоугольник, скажете вы, и я с вами соглашусь, вот эти дни были по дельте на покупку, и два из них даже с открытыми позициями неплохими. Заглянем в ядро. Сейчас на июньском контракте у нас 36 по 37 с копеюшками, и здесь основная часть у нас вот на покупку. Если мы возьмем сейчас непосредственно тот период, где есть у нас хотя бы объем приличный, а это вот как раз эта неделя и прошлая немножко, то у нас получится, сейчас покажу, ну, у нас 31 числа, можно уже более-менее объективно смотреть. Вот видите ядро. И обратите внимание, сколько у нас байеров вот внутри дня, на той неделе было, прям вот здесь 3 дня по одной шкале. Вот, и как раз самый топчик, это 37 тонн, 175 контрактов на июньском. И, соответственно, значит, по объемам 2 недели ядро в одном и том же диапазоне. Ну и здесь ключевые ребята, это байеры вот здесь. То есть, по сути, вот этот маневр могли выкупить уже. И уровень поддержки на этой неделе еще сформировали на 31.732. Тут прям хорошенько. 33-й кто-то, 100 контрактов дисбаланс. Вот тут по 1000 лотов, по 500, по 900. Так что отметьте эти уровни, которые отмечены зеленым маркером, как уровень поддержки. И плюс ценник рвется прямо на хай. Вполне может быть, что это как раз уже и хотя, если брать долгосрочно, то это может быть первая стадия. Могут еще просесть до 25-й, там еще второй заход сделать. Как раз получится двухблочная модель на покупку. Так что будьте внимательны. Биткоин — это вещь такая, как клондайк и золотая лихорадка, где можно очень-очень разочароваться. Поэтому, ну, и разбогатеть, естественно. То есть, в принципе, и тот исход вполне может быть, но не с нашим счастьем. Так, это золото. Значит, мы пришли к достаточно значимому уровню 19-12. Плюс ценник на золото достаточно высокий. И если он так и будет удерживаться, то себестоимость добычи золота немножко
будет дороговато, и это будет учитываться фундаментально в добыче руды, где есть вкрапление золота, и его изъятие оттуда. То есть любая техника, которая добывает эту руду, она, в принципе, заправляется не словом Божьим, да, а соляркой, дизелем, там, бензином. И, собственно, стоимость этого топлива влияет уже на себестоимость добычи золота. И вторую неделю, пока стоят в коридоре, а то может и третью. И три восьмерочки, ну, очень любят биржевики. Три восьмерки, три шестерки, три семерки, вот эти цифры на всех инструментах, где есть, могут даже чудеса показывать. Итак, обратите внимание, что вот две недели, пока они формировали уровень, 18.91, и прям практически вот до 96, можно смело, эти 5 баксов очень на шортах, очень на шортах. И давайте посмотрим по открытому интересу. У нас получается, нет, это не открытый интерес, сейчас вам покажу. Мы вышли уже на рабочий, как раз вот в конце недели, которая была под завершение весны, и по сути, вот летом мы уже начали там около 400к. Сейчас у нас без изменений. Две недели стоим в коридоре, открытый интерес тоже без изменений. Отчасти это может быть даже как раз вот вполне хорошим маячком на, ну, таком среднем по надежности на продажу. Ну, вот из 5 сессий здесь 3 на продажу, причем четверг 3300, но открытие-закрытие было там на покупку, и даже вы увидите 2 таких маячка зеленых, это большие сделки на покупку. Тут у нас есть большие сделки, если на склейке контракта посмотреть, я вам покажу вот эти линии, это уровни с большими бигтрейдами. Значит, вы их можете заметить вот здесь. Вот. Вот уровень, и сразу на следующей неделе этот уровень тестируют. Потом у нас идет на пробитие, сработал тоже еще один крупный ордер, это вот по центру, видите, начали пробивать хай, и сразу зашел биг трейд. Потом следующая неделя, и так у нас идет рост на этих биг трейдах, и вот они зафиксировали, и тут снова два таких персонажа появляются. Это либо стопори вот этих продавцов, которые запрыгнули достаточно в широком коридоре, так прям под два подряд. Ну, не суть. В общем, если на следующей, на следующей неделе золото на самом деле будет разворачиваться на покупку, то моментально нужно, чтобы, ну, как минимум, крупный игрок постарается, чтобы цена была хотя бы в нуле относительно его общей позиции. Мы, естественно, всю общую позицию и ее картину не можем определить, но, ну, будет неплохо, если цену вернут на 18.91, 18.96, тогда есть шансы, что будет все-таки какая-то динамика дальше на рост. Но ценник на нефть как бы не способствует такому развитию событий. Итак, затяжная у нас динамика на рост была весь апрель, и вот пошел рояль по однонаправленной динамике. То есть вот 5 дней было, потом 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 дней подряд. Ну, это не так часто, поэтому вот такие вот ситуации. По поддержке 18.73, это биг трейды, как раз там и дельта на покупку. Также 18.40, 18.48, тоже здесь 2 биг трейда. Поддержка, это с прошлого контракта склейка. И у нас сейчас поменялись местами, то есть при растущем рынке у нас дельта на шорт, при падающем рынке дельта на бай. Вполне могут вот эту рокировочку сделать и на следующей неделе выстрелить в понедельник вторник на север, там до 19.36, а то может еще выше. Так как стоимость добычи золота увеличивается, если нефть начнет пробивать хай, соответственно, стоимость добычи, ну, себестоимость будет выше, и уже спрос, ну, сама цена, в принципе, будет недооценена, и начнут покупать, и, соответственно, в расчете, что она будет расти, могут так разогнать золото на небольшой период. Ну, опять же, будьте, я показываю уровни, немножко делюсь своими мыслями, вы уже думайте сами, принимайте решение самостоятельно. Тут нужно немножко все обдумать. Итак, это было золото. Теперь у нас идет рубль. На рубле у нас интересная ситуация. Мы пришли на 71.500. Конечно, неожиданно. Не так уж сильно думали. Просто думали до 72 становится, но в целом пока динамика есть. Обороты особо сильно не увеличились. Примерно такие же, как и на прошлой неделе, позапрошлой неделе. То есть какой-то ажиотаж к этой фьючерсной валютной паре не
не подошел, то есть не увеличился особо оборот. По открытому интересу, правда, были скачки. Вот здесь открывали мощно позиции здесь. И вот в пятницу на самых лоях исторических, и в принципе вот за контракт, понедельник отличился, среда и пятница. То есть четверг и вторник у нас были с фиксацией предыдущих успехов. И по дельте у нас вот такая картина. По дельте получается покупка, там где открытый интерес вырос, покупка, открытый интерес вырос и покупка, открытый интерес вырос. То есть открывают ли это покупки или же все-таки дальше заходят на шорт. В любом случае возьмите на заметочку 73750 вплоть до 73200, это все на сопротивление. Особенно 73500, 73750, самый костяк этих шортов. Это вот уровень, который точно могут проверить на следующей неделе, это может через недельку, но коррекция она просто вот сейчас произойдет. И тут тоже нужно быть осторожным. Значит, цена как минимум должна закрепиться 72 200 50. Это также еще учитывайте, что экспирация на носу, поэтому здесь могут выходить продавцы, и тут будет дельта на бай вот эти три дня, поэтому еще не особо прям так стоит переживать, что это начинается разворот. Коррекция может быть, она будет, так как все с июньского контракта будут фиксироваться и переходить на сентябрьский контракт. Сейчас я вам включу сентябрьский контракт, подгрузятся данные, посмотрим, какая там сейчас активность. И, собственно, то есть у нас как бы и самый минимум уже начнут выходить из шортов, а это будет дельта на бай. У нас экспирация на носу, это точно вызывает, не то что вызывает, это заставит трейдеров, хотят они или этого нет, или не хотят. Вот у нас потихонечку до 280к поднялись сегодня по оборотам. Вот так вот, в общем, потихонечку оживает новый контракт, 850к рост открытого интереса. И по дельте у нас идет шорт, покупка и два шорта. То есть из 5 дней один только на бай, то там никудышний. Вот, так что вот такая активность у нас сейчас на новом контракте. Давайте посмотрим, где тут как распределился объем. Так, здесь у нас... 7, тут 9, пятерочка. Ну, вот этот массив, который на хаях, это 74. Да, кстати, цена, ценник на новом контракте 73,168. Напомню, на старом там немножко совсем другая цена. 72,190. То есть 73,178 это вот здесь. Так, на всякий случай. Поэтому вот этот зазор явно будет многим интересен. Поэтому поддержка вот здесь... сформировано, да и в принципе пятница тоже на покупках. Поэтому если цена вернется в этот коридор и тут закрепится, вполне могут пойти вот навстречу новому контракту, то есть к цене 73,190, если не ошибаюсь. Итак, тут мы еще не выходим, то есть на следующей неделе начнется уже так жестко грозиться открытый интерес, то есть выход из позиции, и соответственно это вызовет как минимум приток объемов на бай и коррекцию. Эта коррекция произойдет благодаря именно экспирации. Значит, по спотику томик на рубль. Здесь тоже интересная ситуация. Я глянул, вот у нас получается 73 300 73 700, это ядро, вот грубо говоря, вот весна лето вот весна июнь 73 75. Ну это жесткий коридор, вот немножко поточнее это будет 73 40 73 70. Вот этот массив двухнедельный. Давайте вам покажу обороты какие. Обороты тоже немножко подросли по отношению к вот этому маю, апрелю. Но в целом обороты были намного больше раньше на рубле. Вот. Здесь у нас 72. И в отличие от рубля, если не ошибаюсь, там такой нет коррекции до самого хай четверга. Ну, самые как бы оборотистые внутри недели это у нас получились четверг-пятница. По дельте тоже давно такого не видел, буквально вот 4 дня, 3 шла хорошая дельта на шорт, вот этот участок, мы здесь отмечаем сопротивление 73.100, 73.10, 73.45, это вот за счет вот этой недели. И с этого диапазона цена ушла дальше на 71, а здесь получается у нас 5 дней подряд, то есть 4, 7, 8, 9, 10 дельта на шорт. Тут сопротивление тоже очень... внушительная. Вот эти три сессии, начиная с 72 по 72.45 можно смело брать. И еще есть 72.80, тут 126, только один дисбаланс. Миллион, миллион сто, вот как раз уровень мы здесь
мощная дельта на шорт, и обороты тоже не маленькие. Поэтому ценник сейчас здесь как раз остановился. Если они не пробьют его, плюс повысили процентную ставку по Центробанку. И на следующей неделе как раз будет разбор полетов. Уже будут трейдеры валютные корректировать свои действия относительно рост, ну, выросшей процентной ставки, относительно стоимости барреля нефти, потому что уже у потолка, и, собственно, процентная ставка в среду по США. И вот со среды уже все будут видеть свой вектор и начнут закидывать позиции. Не пропустите следующую неделю, вполне можно выгодно бросить на 3 месяца позицию и немножко заработать. И вот напоследок S&P, здесь не полный обзор будет, то есть такой достаточно поверхностный. Неделька просто висит в жестком штиле, то есть тут мы стали явно на якорь, и конец контракта уже переходит на по объемам на сентябрьский, то есть вот склейка, пока открытый интерес будет падать, он всю неделю фиксировался. Но сам факт то, что покупки фиксировали, продажи не вызвали особого снижения, меня в этот момент очень удивил. Соответственно, 3 дня у нас из покупок выходят шортами, но вот 10 числа покупка по дельте и 2,5 в пятницу. Давайте посмотрим, что с сентябрем. Ядро у нас получается, из 5 дней у нас получается 3 на покупку, особенно вот четверг-пятница. Вот более ликвидные дни, но 3 недели на новом контракте на дельте, на бай. Вот, в общем-то так, тут, если вы смотрели отчеты по фондовому рынку США за последние их отчеты квартальные, то там все прекрасно заработали за квартал, даже если хоть война на всей планете будет, они будут зарабатывать. Потому что хоть пандемия, постапокалипсис, у них будет рост акций, потому что они сделали так, что больше, чем в половине мира, в обиходе стран входит их валюта. Они ее даже уже не печатают. Просто единички-нолики добавляют и все. Покупают нефть за доллары, которые тоже из ниоткуда взялись. Соответственно, нефть бесплатно и так далее. И только за доллары можно купить нефть и так далее. Такие вещи они очень хорошо продумали. В общем, так что 2 дня покупки, процентные ставки понизят, повысят в среду, 16 мая, будет понятно. И там уже будет в полном объеме новый контракт. Так что я думаю, возможно, будет еще дополнительный обзор в среду перед процентными ставками или же в четверг уже после выхода процентных ставок. Как раз там можно будет запрыгнуть в неплохую позицию. Если все перейдут со старого контракта на новый с одним примерно вектором, то вполне это даст хороший маневр хотя бы на недельку, на две. С вами был Миша Лемах. Вам всех успехов, прибыльной торговой недели, теплых деньков, счастья, здоровья и выше носа.